Приветствую зрителей моего канала. Сегодня готовлю зефир. Мне понадобится яблоки 8 штук, 730 грамм, ванилин 1 грамм, сахар 600 грамм, 1 белок, агар-агар 10 грамм, вода 160 миллиграмм, шарики для украшений 5 грамм, пищевой краситель 3 капли. Берем воду 160 миллиграмм и высыпаем агар-агар. Убираем на 30 минут. Берем яблоки, очищаем, удаляем сердцевину и кожицу. Разогреваем духовку до 200 градусов. Запекаем яблоки в духовке. Вкладываем в блендер и взбиваем до однородного пюре без комочков. Пюре у меня получилось 300 грамм. Взвешиваем 200 грамм сахара. Сахар добавляем в пюре и ванилин. Перемешиваем и убираем на 30 минут. Берем кастрюльку, выливаем агар-агар, ставим на медленный огонь. Всыпаем в него 400 грамм сахара. Доводим до кипения. Варим сироп 5 минут на среднем огне. Затем убираем с огня и дадим немного остыть. В миксер добавляем яблочное пюре с сахаром и белок. К белкам постепенно вливаем горячий сироп. Продолжаем постоянно взбивать. Теперь добавляем пищевой краситель. Кефир получился нежным. Если масса будет хорошо взбита и достаточно воздушной, только тогда массу перекладываем в кондитерский мешок. Подготавливаем противень, выкладываем пергаментную бумагу, рисуем небольшие кружочки, отсаживаем зефир. Убираем зефир в холодное место до полного застывания. Вот такой замечательный зефир получился. Он очень мягкий и воздушный. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Приятного аппетита!